22 сентября на базе Слонимского мясокомбината прошел областной учебно-методический сбор среди работников организации функционирования государственной системы предупреждения чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны, в рамках которого проведены тактико-специальные учения. В их проведении были задействованы силы гражданских формирований и гражданской обороны района. При получении сигнала о взрыве и разгерметизации ресивера подачи аммиака на компрессорную станцию к месту ЧС привлечены пожарно-аварийно-спасательное подразделение, гражданские формирования мясокомбината, Слонимский РОВД, ЦРБ, ГУРГАЗ и РЭС. Во время аварии условно пострадали люди, которым была оказана первая медицинская помощь. Работники РОЧС осуществляли ликвидацию последствий взрыва и предотвращали утечку аммиака и распространение его в город. Итоги учений будут подведены позже. Специалисты дадут персональную оценку всем службам, задействованным в ликвидации ЧС.